Привет, я Мерида, и сегодня я бы хотела вам рассказать о празднике. Какая сегодня хорошая погода. Это означает, что сегодня наступило 1 мая. Праздник умер Трудмай готовится. Пойду на парад в честь этого праздника вместе со своей подругой Бонитой. Мы ходили по магазинам и купили мне новое платье. Ну а теперь можно идти на парад. Так, мы пришли. Смотрите, какой сегодня классный солнечный. Сейчас мы пойдем смотреть на... Теперь давайте посмотрим на символ этого праздника. Ю-пи-пи. Сегодня вся природа... Ах, какой сегодня чудесный парад. А сейчас будут выступать девочки-цветочки. Синий парад прошел отлично.